При таком погоде нужно прочитать дуа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, прочитайте вот этот дуа. Аллахумма инни ас'алука хайраха ва хайра ма фиха ва хайра ма урсилта би. Ва на'узу бика мин шарриха ва шарри ма фиха ва шарри ма урсилта би. Аллахумма инни ас'алука хайраха ва хайра ма фиха ва хайра ма урсилта би. Ва на'узу бика мин шарриха ва шарри ма фиха ва шарри ма урсилта би. Субханаллах, погоду посмотрите какая, я Аллах. Аллах нас прибережет от таких. Я Аллах, я Зульджалали валикрам. Я хайю, я кайюм. Я хаула вала кувата илля биллах. Бисмиллахи лази ла ядурру ма исми шейн фил арду вала фисама ва ху ассамин алим. Аллаху аль-мустаан. Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллах, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лилля альхамда. Не забудьте дуа сделать, пусть Аллах всех нас бережет. Только что была погода очень хорошая, но Аллах Кадир. Инна Аллах аля кулли шейин кадир. Аллах всемогущий. Может на долю секунды все поменять. Субханаллах. Вот буквально несколько минут назад была погода хорошая. Вот альхамдулиллах, в данный момент погода какая. И Аллахумма ихфазна ва стурна я раббаль аламин. Аллахумма ихфазна ва стурна я раббаль аламин. Аллахумма ихфазна ва стурна я раббаль аламин. Аллахумма инни асалука хайра ва хайра ма фиха ва хайра ма урсилта бих. Ва а'удзу бика мин шарриха ва шарри ма фиха ва шарри ма урсилта бих. Раби асалука хайраха ва хайра ма фиха ва хайра ма урсилта бих. Субханаллах. Аллахумма ихфазна ва стурна я раббаль аламин.